Стоп, еще разок. Ваш мозг и экспонат. Квартира будущего, окей. Заходим снова. Добро пожаловать в мир будущего. А что здесь есть такого, что я мог бы использовать? Полностью оборудованный центр развлечений. И где же тут игровая консоль? Здесь нету, цветы. С прослушкой. Дэвич. Приветствую вас, смертные. Я Техно, муза прогресса. Надеюсь, что вы получаете удовольствие от знакомства с нашими экспонатами. Не забывайте, приобрести билеты на аттракционы можно прямо здесь, у информационного стенда. Так, Эрнест пошел дальше. А, то есть я прошелся здесь, и в итоге остальные аттракционы были пока что неактивны. А Эрнест, кто такой? Это где? Это не ты точно. Кекс из водорослей. Вряд ли такие он. Такие вкусные, что вы просто не поверите. Дальше-то куда? Если он знает, то что они... А, что, как заставить? А ее говорить? Так, цветочек у меня есть. Что мне с ним сделать? О, здравствуйте, Смирнов. Да-да-да, привет. Это она мне? Записать признание, да, я это собираюсь сделать. Так, офицер, подожди, подожди. Не. А поставить здесь? Не думаю. Вряд ли. А как иначе? Так, у нас есть цветок. Цветы будущего. Похоже на обычный цветок, но это не так. Да, не настоящий. Записать признание. Есть. Стоп, подожди. Вот. Лиц под контролем. Это если узнает, что они что-то плохое. Как заставить ее говорить? А, так у меня есть устройство. Как мне его использовать-то? А теперь вы позволите мне заняться своими обязанностями? А что мне сделать-то? Я еще не закончил. Я заменил устройство, что ли, или что? И ведь серьезно. А, я его возьму и заменю на те цветы. Что? Ничего, да? Скрытный и незаметный. Тише, он... Да-да-да, как только мы подходим, то начинается. Вряд ли из этого что-то получится. Здесь? Вряд ли из этого что-то получится. Ясно. А поближе к ней, если... Записать признание Эдны с помощью растения – отличная мысль, но нужно действовать более защищенно. Да куда мне его поставить-то? На чем? Ведите себя естественно, он возвращается. А теперь вы позволите мне заняться своими обязанностями? Куда мне поставить-то? Да не хочу я. Цветы. Вряд ли за... Так используй. А еще я хотела сказать вот о чем. О чем это я? О! Записать признание Эдны с помощью растений более изощренно. Я не понимаю, как. А теперь вы позволите мне заняться своими обязанностями? Одну минуту, я еще не закончила. Давайте я окунусь, что ли, нет? Я не знаю даже. Типа там бы записал, но там будет не слышно. Вряд ли это. Вряд ли. Так, аттракцион дальше. Но прямо сейчас мне нужно записать признание. Только вот как? Стеклянный дом пока что не активен. А в квартире будущего мы уже сделали все, что можно. Цветы взяли. Осталось только одно. Как его использовать? Привет. Эй, Трикси. А. Ууу, золотистая хризанта. Так, что ли? И что? Зачем? Я не понимаю. Для чего? Привет, друзья. Я поставлю их в телефонную будку, возможно. Можете назвать меня шпионом. И чё? Дальше. Я позвоню ей? Я так и подумал. А типа будет слышно, да, через телефонную трубку? Допустим.
Билеты мои бесконечные. Так, где там? Ну блин, не перемещается вниз только с помощью кнопок. Гвардичный телефон, пожалуйста, чтобы... Не, телефонная будка. L42. Выставка Хилл-Вэлли. Техно слушает. Кто это? Так. Карл Саган. Это Карл Саган. О, загадочный мистер Саган. Что вам угодно? А, могу я поговорить? Ну кем? С Эдной, конечно. Вы не могли бы позвать к телефону Эдну Стрикленд? Конечно, мистер Саган. Эй, Стрикленд, кто-то действительно хочет с тобой поговорить. А как? Она же не узнает голос. Или узнает? Мистер Саган, я не ожидала услышать вас до окончания выставки. Неужели? Да, разве это не часть нашего плана? А-а-а. Да, наш план. Так вот, насчет плана. А расскажите мне... Отстаньте от Якова Смирнова. Ваш темный секрет. Расскажите мне о плане. Мне совсем не ясны некоторые тонкости нашего плана. Не ясны? Но это же был ваш план. Я хотел сказать, что вы могли не до конца вникнуть во все его тонкости. Какие еще тонкости? По-моему, я должна была заставить детектива Паркера закрыть экспозицию Эммета и отменить презентацию. А вы должны были отвлечь Эммета. Вы ведь его отвлекаете, да? О, да. Он очень отвлекающийся молодой человек. И это я всем и пытаюсь объяснить. Дальше. Где Эммет? Спрашивать зачем? Потому что мы его отвлекаем. Так, отстаньте от Якова Смирнова. Это так не надо, короче. Это все запалится. Ваш темный секрет. Планы изменились вообще. В нашем плане произошли изменения. Что? Да, я передумал. Я считаю, что мы должны позволить Эммету продемонстрировать свой... Но... Скажи, что он провалится. Мне, что это может быть очень опасно, что Яков Смирнов иностранный шпион, и что у меня есть единственная возможность вернуть Эммета, дождавшись, да, когда да, его да. мечты рухнут. Я много чего говорил, но в тот момент я был немного не в себе. Скажи. А теперь считаю, что мы должны позволить Эммету продемонстрировать свое изобретение. О, я поняла. Что? Что? Это товарищ Смирнов, да? Он и до вас добрался. Нет. Я действительно хочу, чтобы Эммет выступил на выставке. Не волнуйтесь, Карл. Вы можете на меня рассчитывать. В смысле? Так он сказал бы, мол, он все равно провалится, поэтому она скажет, ну ладно, пусть попробует. Как-то вообще... Не знаю. Позвольте. Послушайте меня. Вы должны сделать так, чтобы Эммету разрешили выступить. Нас подслушивает Смирнов, да? Нет, послушайте. Послушайте, Смирнов. Я не знаю, что у вас есть на мистера Сагана, но я ни за что не позволю подняться в воздух этому приспособлению, которое вы уговорили Эммета построить. Ну блин. Так. Ваш темный секрет. Относительно... вы знаете, о чем я? Вы знаете, о чем я? То дело, о котором мы с вами вчера шептались. Ах, это... Кстати, я рада, что вы об этом вспомнили. Я подумала, а может, нам стоит обвинять во всем Якова Смирнова? А в чем именно обвинить? Ну как же это? Это? А, понятно. Вы все еще расстроены тем, что угодили в тюрьму. Во всем виновата эта собака. Если бы она не набросилась на меня после того, как я разожгла огонь, мне бы удалось ускользнуть незамеченной, и не пришлось бы сваливать... Что? Это она подожгла подпольный бар. Карл, рядом с вами кто-нибудь есть? Нет, только мы с вами. Знаете, я так и не спросил у вас, зачем вы поджигали все эти ночные клубы? Зачем? Потому что больше они никого не волновали. Каждую ночь они открывали свои двери и предлагали спиртное и доступных женщин, демонстрируя свою безнравственность. А власти не предпринимали. Поэтому я поступила так, как на моем месте должен поступить каждый. Я начала... И до чего прекрасным было это зрелище. Гигантские языки пламени. Какие подробности? От горящего алкоголя. И мы это записываем. О, о чем это я? Вы объяснили, почему поджигали ночные клубы. Да. Вы удовлетворены моим ответом? Да. Получилось весьма разоблачительно. Отбой. Что? Разговор окончен. Господи, Эдна всегда была чокнутой. Я надеюсь, это капец. Твоего признания будет достаточно. Вот это да. Эмма в тюрьме, оказывается. Она свалила на него все еще. Наш участник нашел свое призвание в изучении водной растительности. Вот это да.
Поприветствуем Эрнеста Филпота. Она так странно говорит с ним, как будто бы... Спасибо, Трика. Так и должно все быть. Нормально. Мне выпала высокая честь. Как будто бы некий Карл Саган, то есть Симит, говорил бы с ней. А вполне себе нормально. Она посадила в тюрьму его, свалила все на него, но нормально все. Он не обижается. А мы ведь и не знали вовсе. А если бы она говорила с ним по-настоящему, он бы явно не был бы удовлетворен. Вот так подробности. Мне кажется, многим хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Вы заткнитесь, Фер. В водорослях содержится огромное количество полезных веществ, витаминов и лошадей. Да мне не интересны ваши витамины. А, до стоп. Сегодняшнего дня люди не могли пользоваться всеми преимуществами себя, этой пищи. Сейчас все будет естественно. Естественно, ты попадешь в тюрьму. Потому что сами по себе водоросли выглядят менее чем вы не возражаете, товарищ? Мы пытаемся защитить выставку от таких, как вы. Ничего подобного. Мы поговорим немножко. Наши записывающие растения. Не самая удачная идея похитить собственность полиции. Слушай. Приглашаю всех присутствующих на мой стенд. Зачем вы поджигали все ночные клубы? Зачем? Потому что больше они никого не выломали. Детектив Паркер. Неужели вы готовы поверить в эту грубо сфабрикованную подделку? Да быть не может. Я уже не знаю, во что мне верить, мадам. Но боюсь, на основании этой грубо сфабрикованной подделки я вынужден предложить вам проследовать в участок и ответить там на несколько вопросов, касающихся поджога подпольного бара. Очень. Причем ни одного. Я... Господи, что это? Пора бы мне уже перестать... Повелись. ...на эту уловку. Эй, эй, это означает, что теперь можно открыть доступ на стенд Эммета? Будем считать, что это да. Эммет должен быть где-то здесь. Допустим... Спасибо, сейчас не он Эрнест. Еще пока что. Обязательно загляните на его стенд и попробуйте кексы из водорослей. Не пробуйте. Я уже попробовала, они довольно... Не советую. Необычные. Да. Я к вам скоро вернусь, чтобы представить мягко говоря. Нашего очередного участника. Пока! Бай-бай. Так, Дэниел пока что. Паркер? Такая однофамильца, что ли? Так, это мне не нужно. К двери подойти нельзя. Ну все, дело сделано. Такие подробности, а? Все, открытое, в общем. Можно подняться ведь, короче. В смысле, ты подниматься-то будешь, нет? Мы как бы открыли. Бля, пропускаю. Эммет хочет совершить полет на электрокинетическом левитаторе, и он должен это... Так сделает. Все у нас получится. Что мы делаем дальше? Так я узнавал. Конкретнее можно мне? Окей. Поговорить с тобой можно? Чудес! Можно мне кекс из водорослей? Один кекс из водорослей, вы? Постой, это же ты! Ни за что, мистер! Ну, понятно. Не хочешь ни в какую. Так, статический аккумулятор. Тоже не вариант. Не давать ему кого-то либо. Давать его кому-то либо. Вот. Он с гаечкой. Так. Привет, Арт. Говорили мы, где Эммет? Странно, он не выходил из зала. Я бы его увидел. Еще увидел. Так, он где-то здесь, с тобой не поговорить. Так, у тебя мы спрашивали? Мистер Дуд. По-моему, с ним такого варианта не было. Вот. Я ищу своего друга, Эммета Брауна. Высокий молодой парень, рыжеватые волосы. Осеянный взгляд. Это он. Не знаете, куда он пошел? Он только что был здесь вместе с пожилым джентльменом. А, ну да. Они отправились в дом из стекла. Замечательно, спасибо. Уединиться. Давайте узнаем. Он его уговаривает, сам себя. Выходи, не слушай его. Там нельзя никого услышать. Чё он делает, а? Чудесно. Вообще, не говори. Давай-ка пройдемся. Поговорим с ними обоими. Добро пожаловать в дом из стекла.
Будущее семейной жизни. Ну, Эммет, давай вытащим тебя отсюда. Эммет! Эммет, не слушай его, он сумасшедший! Как они попали туда вообще? Я сомневаюсь насчет вашего делового предложения, мистер Саган. Давайте я объясню вам еще раз. Это особое стекло, противоударное и звуконепроницаемое. Спускайся. Звуконепроницаемое стекло. Супер. Жизненное пространство можно спланировать с учетом требований любой семьи. Вам нужен кабинет? Просто сдвиньте стены. Или раздвиньте их снова, чтобы получить настоящий банкетный зал. Ничего себе. Придумали. Что-то ей мешает. Эммет, выходи отсюда и отправляйся к своему стенду. Ты пропустишь презентацию. Ну же, Эммет, посмотри наверх. Ах. Что-то ей мешает. А это сложнее, чем казалось. Когда я сдвинул стену, открылся один проход, но закрылся другой. Она не двигается. Держу пари, теперь я могу спуститься вниз с другой стороны.
Куда ты спрятал его на этот раз, Док? Следующий участник – офицер Дэнни Паркер из полиции Хилл-Вэлли. Инспектор Паркер продемонстрирует различные технические новинки, которые скоро поступят в распоряжение наших бравых парней в синем. Преступникам придется действительно несладко. Инспектор Паркер? Кажется, наш следующий участник немного задерживается. Но я уверена, что его доклад окажется не только интересным, но и познавательным. А пока, почему бы не похлопать? Просто так. И Дока нету, и этого нету. Дэниела какого-то. И что мы делаем дальше? Нам нужно найти Дока, обоих Доков. Ты странно появился как-то внезапно. Простите, сэр. Я ищу высокого, худого, пожилого джентльмена. Возможно, его сопровождал высокий молодой... Я знаю, о ком вы говорите. Они ушли всего минуту назад. Если поторопитесь, то сможете их догнать. Сука, подстава какая, вы видели, нет? Я же видел, как он внезапно поднялся. Думаю, как-то подозрительно слишком. А это Эммет. Я знаю, кто ты такой. Сними шлем. Сними шлем. Предпочитаю его не снимать. Моим носовым пазухом вреден континентальный воздух. Подстава. Я знаю, что это ты, Док. Док? Да, я доктор морской биологии. Но я не понимаю, о чем вы. Да знаю я. Не придуриваться, Док. Что ты сделал с Эммитом? Помогите! На меня напали! Вот... Гарри! Нет. Что ты делаешь? Нельзя нападать на участников выставки! Это не участник. Ты не понимаешь, он похитил Эммета. Мальчик явно что-то путает. Нет. Я тоже так думаю. Ни в коем случае. Я выпроводил его на улицу? В этом нет необходимости. Ты вообще знаешь, кто это? Это Жак Дуто из Института биологии. Да не Жак, это Дуто. Ничего подобного. Пожалуйста, успокойся. Мы с таким трудом уговорили профессора Дуто принять участие в нашей выставке. Нам нельзя с ним ссориться. Но... Если хочешь подать на него жалобу, мы рассмотрим ее после выставки. Но если ты еще раз устроишь подобную выходку, боюсь, мне придется попросить, чтобы тебя отсюда выпроводили. Твой Жак валяется там где-то на обочине. Это уже не Жак больше. Что ты сделал с Эммитом? Куда ты дел Эммита? Водолазный колокол? Это называется... Точно. Батисфера. Он там, по-любому. Ага, значит, Эммит в батисфере. Я не понимаю, о чем вы говорите. Окей, тогда я пройду, знаешь ли, в батисферу. Ты не против, да, ведь? Просто так тебе это с рук не сойдет. Как говорят у меня на родине, поживем, увидим. Вот скотина. Ну все, я пошел, в общем, в твою батисферу, увидим. Вот мой билет. Желаю опуститься на дно в батисфере. Вам нечего там делать. Да неужели? Так. У меня есть билет, и ты обязан его принять. Это... неправильный билет. Извините. Я на тебя пожалуюсь. Да ладно тебе. Я пожалуюсь на тебя, скажу, что ты билет мне не принимаешь. Ну-ка. Ты обязан принять билет и пустить меня в батисферу. Таковы правила. Если у вас какие-то проблемы, подайте жалобу. Я подам жалобу. Прямо сейчас пойду подам жалобу. Все. Охреневший чувак. Привет, Арт. Ну какой чувак-то там? Эммит запер в батисфере. В костюме аквалангиста Карл Саган. Он схватил Эммита и насильно удерживает его в батисфере. Это очень серьезное обвинение. Мы обязательно с этим разберемся по окончанию выставки. Долго? Парень у аквариума не берет мой билет. По этому билету я могу попасть на любую экспозицию, так? Конечно. Это универсальный билет. Так, а тот аквалангист отказывается его принимать. Наверное, здесь какая-то ошибка. Пошли узнаем, в чем дело. Пойдем. Профессор Дуто, этот молодой человек утверждает, что вы не принимаете его билет. Ничего подобного, я с удовольствием приму его. Давай, прям при нем бери. Пожалуйста, поднимайтесь по лестнице, а я подниму батисферу. Он меня оттуда не выпустит вообще. Я там останусь навсегда. Я прям уверен. Что случилось? Шестерни. Наверное, их заклинило. Боюсь, что сейчас я не смогу поднять батисферу. Ой, тварюга. Да, знал. В
Впрочем, я это потом исправлю. Возможно, вам следует зайти попозже. Возможно, тебе следует отсюда свалить, потому что ты не настоящий. Пожалуйста, Жак. Спустите. И твое экспозиция изобретение неисправно. Закрываются на ремонт. Да неужели? Неужели? Приветствую, друзья. Я Техно, муза прогресса. Снова почтила вас своим присутствием. И что ни говори, разве эта выставка научных и технических достижений не лучший подарок от Хилл-Вэлли всему человечеству? А народ? Если вы этого еще не сделали, я настоятельно рекомендую вам посетить экспозицию «Квартира будущего», расположенную в главном зале. Билеты можно приобрести у меня на информационном стенде. Замечательно. Сейчас будет док. Нет дока. Тю-тю. И что он отойдите, делает? Вы наступили на шланг. А воздуха ведь не даёт. Ты чё? Ты же воздух не подаёшь. В бутисфере же никого нет. Это очень скверно. Ау, простите. А, я понял. Эй! Я не сойду со шланга, пока ты не поднимешь батисферу. Вот-вот. Лучше бы ты исчезнешь. Почему? Ты умрешь и исчезнешь. В батисфере никого нет, да? Я знаю. Кончай кривляться. Может, хватит уже, Жак Дуто? Он же Карл Саган, он же... Нет! Я знаю, что Эммит внутри. Эммит задохнется, если ты не поднимешь батисферу. Эммит? Кто? Эммит, ты! Ну и что ты сделаешь? У меня вариантов больше нету. Ты знаешь, что случится, когда закончится воздух. И с ним, и... Это старое морское поверхность. Зажатый шланг означает неотвратимую гибель. Возможно, если бы внутри кто-то был. Но, по-моему, вы сказали, что в батисфере никого нет. Там никого нет. Да, Арти? Ты разве не видишь, что он нас дурачит? С этими шестернями все в порядке. Месье Дуто делает все возможное, чтобы починить оборудование. Оно... Если будешь стоять у него над душой, ему это не поможет. Если я буду я стоять требую, у него... Вы опустили шланг! Забавно. Над воздухом. Можно подумать, это тебе не хватает воздуха, а не тому, кто сидит в батисфере. Я не понимаю, о чем вы говорите? Кажется, вы двое каким-то образом связаны. Да, лестница. О, так-то лучше. Мерси. Зачем ты я сделал это? Я не понимаю. С чем у меня на него есть? На него у меня, в принципе, нет ничего. Ну-ка, подсказки. А, действует в интересах Эммита, чтобы он не... чтобы его не допустили. А, либо вред...